полку единороссов прибыло. В Анапе прошло очередное заседание партии «Единая Россия». Ряды анапской ячейки Всероссийской партии «Единая Россия» пополнились врачами, учителями, соцработниками и студентами. «Единая Россия» – самая крупная политическая сила в стране на сегодняшний день по количеству сторонников и по принятым по ее инициативе законам. Нападки со стороны независимой прессы и блогеров секретарь политсовета считает обычными провокациями и обращает внимание коллег по партии работать на благо анапчан, невзирая ни на что. Сейчас для партии очень сложное время. Только ленивый не пинает. Вы же видите, что творится, да? А по сути, ну у меня есть стопроцентная уверенность, что пройдет 10-15 лет, и мы будем вспоминать с ностальгией вот сегодняшнее время, если мы неправильные шаги будем делать дальше. Мэр Сергей Сергеев отметил положительную динамику присоединения активной части молодежи, тех, кому предстоит строить будущее великой страны. Вступив в партию, молодежь начинает этот процесс уже сейчас.